Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня выбрался в лес, вот такая погодка замечательная. Решил снять для вас видео по вашим просьбам. Многим понравились такие видео с водой, поэтому сегодня будут вот такие голубые пепси, как наши хейтеры. В честь вас снимаю. Так, взял на сегодня, короче, очень много петард. Не знаю, правда, будем все взрывать или нет, но, короче, будем выбирать. Может, связочками повзрываем что-то, посмотрим. Так. Давайте выберем петарды для того, чтобы взорвать бутылки. Думаю, вот эти самые мощные, P23 и FP3. Затестим, какая из них будет мощнее. Вот так. Бутылку в сторону. Давайте также повзрываем сейчас связочками какие-то петарды. Давайте начнем с вот этих. Что ж, погнали. Так. Затестим сначала Корсар-2. Есть, отлично. Так, можно связку сделать. Так, смотрите, у нас есть два вот таких Корсара 3 на, по-моему, 3 взрыва. Давайте с них и начнем. Вот так. По-моему, по 4 взрыва. Короче, мощные. Так, солнце светит. Давайте вот сюда. Вот тут будет лучше видно. Вот так. Супер, обожаю скорострельные петарды, вообще топ. Так, давайте что-нибудь еще затестим, выберем вот такие Корсары 4 с эффектами, очень клевыми. Так, давайте все Корсары 4 затестим, посмотрим, как взрываются. Так, упала тут К0136. Есть, так. Вот сюда их положим все. Так, давайте начнем с вот этого, самый слабый. И возьмем вот такой. Посмотрим, какой будет мощней. Постараюсь поджечь сразу. Есть. Так, теперь затестим вот этих два. Смотрите, это на 2 взрыва. Вот так. А вот этот с дымом установим сюда в нору. Вот так. Так, один взрыв не сработал. Ух, нору расколбасило. Смотрите. Так. Есть два вот таких с треском. Давайте их установим. Так, не знаю, правда, как их поджечь. Очень быстро нужно, поскольку треск здесь срабатывает очень быстро. Ух, топ петарды. Смотрите. Обожаю Корсар 4. Так, вот такой Корсар 4. 2 взрыва и 1. Так, на 1 засунем поглубже. Вот так. На 2 можно вот сюда. Также поглубже. Даже присыпем. Погнали. Фух, земля уже летает везде. Так, думаю, настало время бахнуть одну пепси. Так, P23 нам в помощь. Берем. Так, думаю, вот здесь очень хорошо видно.
Так. Штатив. Ну что, погнали. П-23. Так. Просто, ребята, разнесло. Смотрите. На куски разлетелась бутылка. Так, пробочку. Пробочку также за собой берем. Давайте дальше позреваем что-то. И будем вторую взрывать. Так. Что там я хотел? Ага. Хотел затестить вот такой Корсар 1 связкой. Давайте начнем. В принципе, вот здесь хорошее место. Вот так. Обожаю такие Корсары 1. Желтенькие, хорошо сложены. Так, пленочку уберем. Вот так, смотрите. Ложим и поджигаем. Забыл напомнить, что это дымный Корсар 1. Очень клевый. Смотрите. Разнесло тут все. Так, давайте что-нибудь еще повзрываем. Так, есть у нас петарды с эффектами. Вот такие розочки. Так, это у нас что, тоже розочка? Короче, есть три розочки. Давайте сегодня их затестим. Вот так. Ух, ребята, мощная роза аж оглушила. Просто жесть. Так, вот такая дальше. От золотого дракона Юла Наземна Блиц Троянда. Один взрыв. Напишите в комментарии, какая вам по взрыву понравилась больше. Так, следующая от Фьерии. Треск. Топчик, ребята. С треском люблю больше всего, поскольку ничего не отлетает. А после взрыва обычно заглушки всегда прилетают меня, поэтому стремновато их взрывать, но с треском вообще топ. Так, давайте затестим вот такие скримы. Скримы у нас с дымами. Давайте. Вот так. Вот сюда поглубже. О! Посмотрим взрыв. Так, это скрим не хочет взрываться. Давайте взорвем другой. Смотрите, вот такой песок здесь. Погнали.
Ух, была куча из песка. И все. Так, дозревали отлично. Давайте затестим теперь вторую бутылку. Так, берем FP3. Так, взорвем ее вот здесь. Вот так. Погнали. Жесть, так же, ребята, рубануло. Так, возьмем вот такую пиратку. Добить. Смотрите, все здесь в воде. Вот так. Не хочется в таких стоять. Пираточка, не подведи. Есть, добили. Отлично. Так, что можно еще такого мощного взорвать? Давайте бахнем К-999. Постараюсь туда ее закопать в землю. И будет очень мощный взрыв. Так, возьмем какую-то палку, чтобы получилось все супер. Вот так. Так, этот у нас скрим где-то тут не взорвался. Вот он. Выбрасываем. Так, палка немного кривая, но нам поможет. Есть. Вот так установили. Фитиль. Ну что, посмотрим мощный взрыв. Так, берем штатив. Погнали. Ух, ребята, теперь тут конкретная нора. Смотрите. Еще даже дымит свеженькая. Так, что еще? Давайте вот таких крутилок затестим. Давно мы их не тестили. Правда, не знаю, будут крутиться тут или нет. Ну, вот здесь хорошее место. Первая пошла. Ну уже, давай, давай. Не хочет крутиться, а может вот это будет. О, пошла. Вот так вот, ребята. Крутилочки топ. Так, давайте еще затестим жук и К-33 со вспышкой. Так, посмотрим, что тут здесь. Смотрите, ух, ребята, смотрите, вот такой корень вырвало. Древесина такая здесь была. Давайте сюда жука внедрим. Отлично. И теперь К-33 Shark. Есть, смотрите. Туда отлетела, короче. Вот такая вспышка. Где-то тут прогорела, короче, ребят. Да, прогорела. Короче, такая вспышка вылетела яркая. Что же, ребята, лайк поставьте за петарды, за клевые взрывы. Надеюсь, сегодняшний ролик всем понравился. Чтобы не пропускать новых интересных видео, нажимайте на колокольчик, тогда будете в курсе всех событий. Также, ребятки, подписывайтесь на канал, кто впервые на канале.
Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересно, я всем советую подписаться. Также посмотреть, затянуть своими королевскими лайками и написать приятный комментарий. Что ж, не забывайте смотреть здесь 4 ролика, может быть, вы их еще не видели или пропустили. Они тоже очень интересные, я старался для вас снимал. Также, ребятки, предлагайте, что еще такого поснимать. Если хотите еще таких взрывов с бутылками, с водой, обязательно пишите в комментарии. Постараюсь взять какие-то новые петарды интересные. Что ж, с вами был TNT Fox. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. А также давайте наберем хотя бы 2000 лайков под этим видео. Тогда я вам буду очень благодарен. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.